Известный гармонист Республики Владимир Трошев приглашает жителей региона посетить выставку «Россия», на которой он будет выступать. Я до глубины души люблю Республику Коми за ее добрых людей, необъятную северную простоту, природную красоту, глубину рек. В нашей республике много объектов нематериального культурного наследия. И мне, как музыканту, очень важно, чтобы оно сохранялось, чтобы передавалось нашим детям, потомкам, рассказывает в ролике Владимир Трошев. Ждем вас! В Москве, на ВДНХ, на всероссийской выставке, форуме «Россия». Там будет много интересного. Спою для вас на гармошке наши коми-песни. Приходите! Россия! Поехали! Международная выставка «Форум Россия» будет проходить в Москве с 4 ноября по 12 апреля. Ее цель – показать достижения всех регионов страны в различных отраслях экономики, включая промышленность, энергетику, агропромышленный комплекс, транспорт, строительство, науку и культуру.